Мы в прямом эфире. В моем прямом эфире сегодня вот такая вот брюнеточка. Всегда. Всегда мы в прямом эфире? Нет, не всегда. Сегодня такая, всегда. Ага, что сегодня всегда? Всегда будет такая. Так, привет, слушай, ребята. Слушай, классно, нам надо подарки поделить. На подарки? Особенно, когда ты 200 личку делаешь, тебе трешка. Трешка прилетает халявно. Оп, витаминчики, пожалуйста. Кто, кому нужны витаминчики? Как погода? Очень человек. Вот замечательную брюнетку зовут Олечка. Она у меня в команде. Она, кстати, взяла себе курс для похудения. Она собралась худеть. Вот, золотая. Пишут, что ты красавчик. Ты? Нет, ты красавчик. Нет, ты красотка. Привет, Ваня. Ты тут сколько? Где тут? Смотрите, вот вы когда-нибудь пробовали вот супер вот этот чай, ребята? Я похудел, кстати, да. Животика убрал. У меня под конец лета я жрал в Европе все, что хотел. И нажрал пузо. Конечно, он я живет. И бегу. Чего? Он берет жирный, вам кажется. Это фотошоп? Ты это хочешь сказать? Ну, про курс вам рассказать для похудения. Ну, смотрите, вот, кто хочет похудеть, кто обжирается, вот есть специальный фуд-контроль. Заказать можете у меня в шапке профиля. Драйн-эффект, который выводит токсин, метаболизм запускает, подтягивает вашу кожу. Вот, а цена, чего цена? Вот курса, курс стоит 3700 рублей, кейс, там 4 таких есть. Можно записать, заказать через меня, пишите мне. Чай, лечебный чай, кстати, очень полезный, с витамином, вот с лимоном. Микс, пожалуйста. В миксе вот эти три идут. А в этом гербом вот эти три. Так, чай. Вот еще такой очищающий. Кстати, протеинчик с аминокислотами вот идет. Energy Pro. Вот это самый любимый мой коктейль. Это сбалансированное питание, кстати. Вот, микс мне тоже нравится. Рассказывай. Давай. Постой еще вот так. Посексуальнее можешь? Можешь? А ты умеешь тверкать? Тверкать умеешь? Тверкать. Не, серьезно. Наедине. Наедине? Покажи сладенькие батончики. Вот, кстати, морс. Батончики. Батончики вот такие. Это прессованные фрукты. Очень крутые. Кофе. Вот всего лишь нужно написать мне в директ. Ванечек. Кстати, очень крутые средства. Сделаны они в Европе. Они чем прикольные? Тем, что они делаются на натуральной основе. Даже химия, вот, которую вы там моете, там детям плохо после нее. Здесь все на натуральной основе. То есть у кого аллергия, можно все равно пользоваться этой продукцией. Цена батончика. Цена батончика, она еще, по-моему, сколько она? Цена батончика 38 рублей. Вон они. Смотри. Всего лишь. Всего лишь 38. Паста со вкусом жвачки. О, круто, что ты пробуешь. Вот она, кстати, да. Так. Детям ничего нет? А, кстати, для детей нету питания? Питания еще для детей нету? В октябре будет. Где это все? Это у меня магазин... Друзья, этот магазин у меня есть, этот магазин вообще есть в каждом городе России. Вы можете перейти по ссылке, которая у меня в шапке профиля, и уже заказать там все, что вам нужно, потому что есть офисы, можно приехать, будет забрать. Где такой магазин? Есть в Москве, есть в любом вашем городе, даже в Дубае, Гонконге есть.
Так, за 3700, а что входит? 4 шага. Brain Effect, Food Control, Body Shape, который подтягивает вашу кожу, и метаболик. Не дождусь еще Волк из Волк-стрит, что пишет, не могу понять. Чего вы там ржете? Я скоро подстригусь, ничего страшного. В этом ничего страшного нет. Привет. Так, что это все? Диетическое? Это сбалансированное. То есть, ну, некоторые целыми днями обжираются, плохо себя чувствуют, да? Вот есть у нас сбалансированное питание, на котором можно и вес скинуть, и оно идет с витаминами и полезным. То есть вы не обжираетесь. А в Костроме есть магазин? Есть. Если хочешь, можешь мне написать, пообщаемся. Привет, с Иркутска. А поконкретнее, где в Москве? В Москве? Ну, ты просто так не можешь прийти и что-то здесь купить. То есть это компания сетевого бизнеса. Тебе нужно либо мне написать, либо стать клиентом. Но я тебя могу зарегистрировать, подарю бесплатную карточку. Кстати, я сейчас пойду и карточку куплю клиентам. Специально для моих клиентов куплю карточку. А есть клиентские карты? А, допустим, если я ее куплю, она же не сгорит, ничего, пофиг, да? Ну, это не можно... Ну, да. Вот сейчас куплю своим любимым клиентам карты. У них будет и скидочка в наш магазин. Давай, по номеру телефона. Да, как ты хотел. Хочешь, покажу тебе? Будь популярный. Вот он сзади меня находится. Так я точно, я вообще сделаю конкурс и разыграю эти карты. А как тебе сейчас, НЛ? 925, 225, 86. Вот. А Комсомольск на Амуре? Давай 3. 60 и все. Ты думал, что слот сейчас будет. Можно с моего счета снять? Так. Что там с геленком? О чем? Так, алло. Так, Ваня на дом 2 не собираешься. Нет, спасибо. Иди на дом 2. Харьков, привет. Какой у тебя рост? У меня рост 25. Очень высокий. 2200. 1,80 м. Ты? 1,70 м. На, хоть поотвечай. Давай. Привет, ребят, привет. Ребята, кто с нами в НЛ? Кто хочет зарабатывать деньги и общаться с классными людьми, отдыхать? Пишите Ване в директ. Неважно, с какого ты города, из Перми, с России вообще, с Белоруссии, с Украины, откуда бы ты ни был, ты можешь быть в нашей команде. Вот. Так, ну что, включи на меня. Со мной неинтересно, ты что видишь. Вот, на самом деле, друзья, смотрите, вот эти замечательные карты я подарю своим клиентам из Москвы. Вот, кто мне... Девушка, еще раз напишите, Яна, которая... Яна из Москвы. Напишите еще раз Ване в директ. Ты получишь скидку большую, дам тебе и твоим друзьям. Вот, ты придете и... Класс. Возраст не имеет значения. Вообще не имеет значения. Ваня спрашивает, кто такие вещи. Грязные? Да, грязные сочки. Спасибо за милую девушку. 60 тысяч, так это, господи, ты можешь зарабатывать и 500. Главное, желание и стремление. Бах, не проблема, понятно? Их нет. Ладно, хватит этих игрушек, серьезно. Пошли подписывать контракт и мне в курсе отправлять.
Водичка, два кофе, пожалуйста, и лимон. Хорошо, босс. Приднепровье. Что за карты? Карты клиента. То есть ты получаешь эту карту, активируешь ее и приходишь в наш магазин и покупаешь себе то, что тебе нравится, что тебе нужно. Закончилась паста у тебя для зубная. Пришел, купил у нас качественную. Нельзя пойти. Вот, Ильма, какая разница? Мы с вами работаем, мы коллеги. Вот мы уже работаем, ребятулики наши. Иди на Дон Два к Пинчук. А мы неплохо смотримся, ну да, мы же команда. Есть мы с Сашей, да, которые там дают полностью алгоритм действий, которые... Смотрите, какой серьезный парень. Вот, тебе надо просто будет совершать... Как карту получить, Вань? Так, ну напишите в директ мне, если ты из Москвы, встретимся, я тебе подарю карту, клиент, будешь ставиться. Пока. Видите, какой он щедрый.